вязальная проволока для стеклопластиковой арматуры. Я использую оцинкованную проволоку диаметром 0,8 мм. Вот такими кусачками я нарезаю кусочки сантиметров 10-15 и далее изгибаю так вдвое и вяжу. Как по мне, проволока немного тонковатая и рвется. Вот чуть-чуть больше усилия приложил, и все, вот она оторвалась. То есть я думаю, оптимальный вариант — это 1 мм диаметром.